Дональд Трамп предположил, что даже убийство сошло бы Клинтон с рук без суда. Миллиардер уверен, экс-госсекретарь настолько хорошо защищена, что могла бы выстрелить в кого-то на глазах у 20 тысяч человек и при этом остаться безнаказанной. Именно так Трамп прокомментировал тот факт, что ФБР не предъявило Клинтон обвинений за использование частного почтового сервера на госслужбе. Но ведь теоретически это позволяло скрывать служебную переписку от общественности и одновременно подвергало угрозе взлома секретные данные. Между тем, Госдепартамент признал, что на сервере Клинтон находились несколько тысяч секретных посланий и 22 документа со сверхсекретной информацией. Ранее Трамп неоднократно заявлял, Клинтон должна быть предана суду.